11 мая в кабинете 325 администрации города в 15 часов состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Десногорского городского совета об исполнении бюджета муниципального образования города Десногорск за 2017 год. Доклад зачитала начальник финансового управления Светлана Потупаева. Она познакомила общественность нашего города с основными экономическими показателями статей бюджета муниципального образования. В публичных слушаниях приняло участие 52 человека. Горожане большинством голосов рекомендовали депутатам утвердить рассмотренный проект решения на очередной сессии Десногорского городского совета.